Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в Stardew Valley. Итак, я вообще забыл про такую вещицу, как пляж, и про такую вещицу, как календарь. Не знаю, как я про это мог забыть. О, вот это, подождите, нет, не ешь это ни в коем случае. Мы сейчас, ладно, в конце дня это все сделаем. Мы еще, по-моему, сможем высадить диких этих растений. Это замечательно. Так, давайте возьмем что-то нейтральное в руки. Топор, блин, взял нейтральное. Так, ладно, смотрим на календарик. О, у нас тут миссион. Так, календарик сегодня у Пэм. Пэм нас не интересует. Так. Что за заданица? Large Mouse Bass. Это какое-то животное, именно рыба. Я так понимаю. Large Mouse Bass. Я постараюсь. Обязательно постараюсь, но пока что мы пойдем на бережок. Ой, еще ягодки. Что-то мы с этими ягодками прямо обожремся, по-моему. Так, куда нам? Ага. Все, я уже теряюсь. Так, бери. Погнали на берег. Так, что расскажете, господа? Что у нас на берегу? Как-то вообще печальненько. С учетом того, что мы пару дней здесь не были. Две устрицы, ракушка. Ну, это уже хоть что-то. А на втором берегу... Что у нас? Ракушка. Так. И три, собственно, коралла. Ну, неплохо. Но опять же таки, ходить каждый день, как видите, нет смысла. Это просто мы потратим в районе часа времени. Так что смысл... Ой, золотая. Ой, это хорошо. Смысл есть ходить вот раз в парочку дней. Вот тогда действительно мы что-то толковое с этого сможем вынести. Так. Вилли. Хочет от нас Large Mouse Bass. Ладно, давайте сначала тогда пойдем посадим растения и всю оставшуюся энергию. А чувствую оставшуюся. До конца дня уже с помощью ягод будем подпитывать энергию. И половим тогда рыбку. Так, ягодки. Блин, сколько же здесь ягод, а? Так, дайте пройти. Отличный запас дополнительной энергии. Мне так кажется. Так, давайте смотреть, что у нас там по ресурсикам. Так, давайте кораллы. Кораллы у нас... В принципе, есть. Хотя нахрен не надо. Давайте все продадим. Так, устрица пусть будет. Ракушки две пусть будут. Так, вот, собственно, что нас интересует. Нам надо два таких. И два таких, если я не ошибаюсь. И это мы сделаем еще 20 семян. Ядрить колотить. Давайте сразу поливалку возьмем тогда. И. Давайте направимся на продажу. Ладно, сейчас лишнего не напродавать. Так, ракушку продаем, кораллы и устрицу. Все, далее с этого мы крафтим семена. 20 семян, охренеть, просто охренеть. Ну и давайте, собственно, всю энергию тогда вкатаем в эти семена. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ай, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать... 16, 17, 18, в общем, давайте вот так запасом наделаем. Так, поехали. Это все сюда, оп. Все, это поливаем. Блин, я опять забыл поливалку отдать, А, у нас же денег нет, чтобы ее улучшить. А куда я тороплюсь, а? Интересно. Так, давайте, Воп. Совсем другой разговор. Все полили, нам даже хватило воды. Ура. Так, собираем немножко водички. Так, сейчас мы тогда повалим, наверное, пытаться выловить ту самую рыбу, которую он от нас хочет. Давайте еще раз глянем, как она называется. Large Mouse Bass она называется. Large Mouse Bass. А он не уточнял, где ее ловить? Нет, не уточнял. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Сейчас пойдем туда к какому-то ближайшему озерцу.
Итак, ребятки, первое место, где я хотел бы попробовать словить эту хрень, это вот здесь на протоке такой, возле мостика. Сейчас посмотрим, может нам повезет. Моментальненько, конечно же. Давай, ловись, большая. Ловись, ловись, рыбина, я в тебя верю. Ну же. Такой звук, это буль, но при этом никакого клёва нет. Чё-то долговато клёва нет. О, только сказал. Так, тихо, 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 куда пошла? Нестабильная рыбка. И это Sunfish. Ладно, давайте пойдем по чуть-чуть выше. Я думаю, это имеет значение, где ловить. Давайте вот здесь закинем. Вот, до серединки. Мы здесь еще поймаем, что у нас по энергии. Ну, нормально, вроде должно хватить. Ловись, большая, ловись, рыбка, давай. Есть. Понятненько. Тут точно не варик. Давайте с этого мостика подкинем. Вот туда, далеко-далеко. Ловись. Мусор вообще, шикарно. Так, тут мы не пройдем, и там мы не пройдем. Стоп, в смысле? Я хотел так по чуть-чуть и сюда прийти. Ладно, придется обходить. Мы уже полдня потратили с этой всей рыбной ловли. Нам еще нужно будет разочек в лес сбегать. Я уверен, что там еще куча кустов с этими ягодами. Вот, кстати, кустик. Не будем упускать момент. Давай, иди сюда. Так, давайте тогда попробуем сейчас сверху там половить. А, это просто отдельная локация. О, еще ягоды. Ёпресет. Давай. Давай еще. Так, Робин наша погулять вышла. Подышать, наверное. А то вечно на рабочем месте. Так, вот, вот. О, еще ягодки. Ой, тут еще какая-то помосточка есть. У-у-у. Еще ягоды. Тут как будто специально рыболовские такие места. Давайте сюда закинем, проверим. Воп. Ловись, большая. Тут вроде типа как глубина небольшая, но при этом такой небольшой водоемчик прикольный. Бурбуль. Ну давай. Клюй уже. Есть. О, это не мусор. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ты ж сволочь, а? Прям из рук выскакивает, ну. Гляньте, что творит. Это что-то опасное. Фух. Large Mouth... Это, по-моему, та, что нам надо как раз. Large Mouth Bass. Вилли, я лечу к тебе. Блин, блин, блин. Только не говорите... Так, фу-фу, перестань. Не говорите, что он на один день... А, нет, квест постоянный. Все, хорошо. Тогда продолжаем ловить. Он сейчас, скорее всего, закрыт. Потому что уже 6 часов вечера. Ой, так сразу? Вау, я профукал клёв. Так, я устал очень сильно. Сейчас перекусим. Ну же. Вот сюда нужно бросить. Там сразу клёв начинается. Все закончилось. Вот, блин, ну. Не так всегда. Ну же. Слава богу. Так, это она же, не она же. Бадабум. Это вообще булхед. Так, мы подустали, давайте перекусим. Давай еще немножко. Теперь мы бегаем, отлично. Давайте еще закинем. Мне понравилось. Столько разнообразной рыбы, а то мы все время всякую, блин, хрень ловим. Понятно, только сказал про рыбу, на те водоросли. Кстати, две серебряные. Угу. Уровень. Ну же. Буль-буль. Хорош. Ой, сундучок, сундучок. Давай, 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 сундучок захватим. Давай, 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 давай. Оп. Есть. Бонусы, бонусы. Чап. Ачивмент я какой-то получил. Фишермен. Not bad. Ящичек. Что в нем? Уголь. Тоже неплохо. Так, погнали тогда, продадим эту всю рыбку, узнаем хоть ее стоимость. Ну, кроме, конечно же, квестовой.
продадим, узнаем стоимость. И в лес мы уже, наверное, не успеем. Да, к сожалению, в лес мы не успеем. Ладно, тогда пойдем в лес через 2 дня. На 20-й день мы пойдем в лес. Или на 19-й, давайте лучше. Наверное, на 20-й. Тогда мы сразу из лесу пойдем в этот, на бережок. И там тоже соберем все, что нас интересует. Так, где здесь выход, боженьки? Я уже все, я уже теряюсь. О, кустик. Давай ягодку. О, еще. Ну, сюда я однозначно уже не зря зашел. Две ягодки халявные. Но вообще, на самом деле, их стоимость, я думаю, должна быть побольше. Потому что 25 энергии, ХП дает. И стоимость такая мизерная, как-то это несправедливо, что ли, по отношению к другим. Ну, ладно. Так, мусор мне говорили, что нужно оставлять. Мусор явно нам пригодится, мы его якобы будем перерабатывать. Что не может не радовать. Так, продажа. Давайте, Bullhead'а продадим, Largemouth Bass нам нужен, Sunfish продадим и Chubb'а продадим. Или, наверное, я сейчас очень мощно затупил. Возможно, я сейчас очень мощно затупил. Да, да, я очень мощно затупил. Могли бы сделать, собственно, возможно, какой-то из бандлов рыболовных. Ну ладно, вот Bullhead нужен был, Largemouth Bass, Carp и Sturgeon. Ну ладно, ладно, это в другой раз, так и быть. Так, сюда мы выкладываем, рыбку мы не выкладываем, она нам пригодится, мусор выкладываем. Или мы мусор там ложим? Не, мусор здесь лежит, все. Так, все, больше сюда мы ничего не ложим. И сюда закинем уголек. Все, давайте, кстати, посмотрим, что у нас по крафту, по-моему, что-то я упускаю. Так, айрон мы еще не находили, хотя вещь это очень полезная. Тэпер, кстати, довольно дешевая вещь и дает нам ресурс. Я так понимаю, это типа этих соков всяких, березовых, смол и все тому подобных. Ну, вот тут идет уже речь о какой-то полезной вещи. Так, костры, кольца, это нас точно не интересует. Хорошо, идем спать. Идем спать, идем спать, идем спать. Давай, брык. Так, что мы продали? Пошли денежки. Так, рыба. Понятно. Рыба не намного лучше того, что мы ловили в этом. Ну, хотя, в принципе, Bullhead неплохо. Но он серебряный, это тоже надо учитывать. Кораллы нам неплохо дали баблишко. И этот, ну, 618 плюс. Уже хорошо. Я, правда, не понял, сколько. 2 или 4 тысячи надо курять. Доброе утро. Да. Так, 1700 у нас. Понятно. Дождей нам не ждать можно. Так, что за письмецо? Я продаю шляпы. Понятно. Приходи к старому-старому дому. Принеси монеты. Хэтмаус. Шикарное письмо. Так, еще что? У меня есть одна просьба к вам. Мне нужна свежая каулифлауэр для моего рецепта. Не могли бы вы принести мне один? Каулифлауэр. Это не тот ли часом, который нам очень нужен для крафта семян? Да, по-моему, это он и есть. Это дофодил. Сейчас где у нас? А, семена уже все высажены. Так, нам надо сейчас все полить. Сейчас я быстренько все полью. Так, ребятки, мне чтобы полить, понадобилось потратить кучу энергии. Я так понял, мы не выспались, потому что у нас был неполный запас энергии. И два раза пришлось наполнять эту леечку. То есть что-то здесь неладное. Так, ладно, не будем тратить время, погнали сразу на пляжик. Я так понял, что с той энергией, которая у нас есть, нам остается либо собирать растения побегать, либо по квестам побегать. Больше у нас вариантов, я так понял, нет. Потому что уж мало-мало у нас энергии. Сейчас, да, мы сходим, собственно, к нашему рыбачку, отдадим ему рыбу. Я что, не забыл? Не забыл. Слава богу. Так, рыбачок, милый друг, ты с 9 часов, правильно? Ой, слава богу. Так, давайте ему вручим эту рыбу. Держи. Так, 100 голды он нам дал, хорошо. Далее, Джоди, принести Джоди каулифлауэр. Это, по-моему, именно есть тот цветок, о котором я думаю. Так, давайте ему попробуем продать рыбу саму. 125. Интересненько, забирай, конечно. Оно мне нахрен не надо. Так, удочка 1800 стоит. До свидания.
Так, давайте будем заодно искать сейчас всякие ягодки, цветочки. И при этом забежим сейчас тут, проверим. Ягодки, цветочки. И зайдем к нашей Робин. Рассмотрим опять же таки, сколько надо на курятник. Потому что я что-то позабыл. То ли 2, то ли 4 тысячи. Если 2, то мы сейчас можем какой-то мусор продать и уже завтра купить курятник. Если же 4, то мы в попце, как говорится. Нужно ждать, пока вырастут все эти дикие цветы, которые мы насажали. Так. Робин, Робин, как же к тебе дойти? Так, мусорник пустой. О, еще миссия. Замечательно. Убить 6 слаймов? Окей, давай. Это мы, кстати, прямо сейчас, наверное, сможем сделать. Что там этих слаймов убить? Так, где моя Робин? Где моя Робин? Дай бог памяти. По-моему, я правильно иду. Или левее. Или сюда, или левее. Сюда, все, отлично. Так, Робин, я же надеюсь, ты на рабочем месте? Да, ты на рабочем месте. Так, апгрейд нас не интересует. Ёпперес, это 4000 все-таки. Что ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? Ладно, а давайте посмотрим. Там не говорили, надо сначала построить склад с сеном. Что-то типа такого. Сколько этот склад стоит вообще? Ой, нет, подожди. Вот. Склад, где он? Вот это склад, да? 100 камня, 10 и копер. Но это, кстати, куда дешевле. Это мы можем завтра уже построить. Ладно, не забыть. 100, 10 и 5 копера. Так, хорошо. Валим тогда в шахту. Наваляемся 6 слизнем, за что получим 250 голды. Угу. Я же правильно квест понял, да? 6 слизней, да. 6 слаймов. Погнали. Причем для атаки оружием энергия не нужна. Давайте, кстати, заодно второй квест будем выполнять. Будем опускаться все ниже. Ой, не нравится мне такая зона. Здесь, походу, и слаймов нет, кстати. Ну, ладненько. Так, ладно, не будем вообще акцентировать на них внимание. Так, ну медь надо добыть. Медь это святое. Если что, похаваем. Так, тут пройти... А ну, нет, не светится ничего, жаль. Наверное, нам придется все-таки подняться на 20 уровень. Там все-таки были эти слаймы. Так что миссия по поводу 40-й глубины подождет. Так, 20-й. Брык. Ну и как всегда. Как всегда, меди тут будет валом, когда она мне не нужна. Когда она мне нужна, то ее тут нет. Вот такие вот правила. И тут нет слайма. Ну что ты будешь делать? Так, умирай давай. Так, может в ящичках хоть что-то хорошенькое будет. Давай, оп. Ящичка геод. Понятно. Еще раз выходим на 20 уровень. Молодец. Так, есть. Есть медь, опять же таки. Когда она не нужна, она есть. Так, кварц заберем. Никого нет, ясно. Ладно, идем дальше, раз переходик есть. Слаймы, чего? Есть. Братишка. Прощай. Так, нам его зашло? Зашло. Я думаю, там каких-то уже особенных нужно убивать. Так, чего буду бить? Давайте обойдем. Тут никого. Вот когда они, блин, нахрен не нужны? Их просто толпами. Ага, я какой-то закончил задание по уничтожению монстров. Надо будет сходить к этим путешественникам нашим, которые ищут приключения. Так, давай, топ-топ-топ. Поднимайся. И снова спускайся. Вот такой тебе мини-марафончик. Даже так. Я понял. Опять куча меди, ну. Не выпускают меня отсюда, понимаете? Вот держат всеми руками. Так, тут летучие твари. Фу, уйдите. Покоцало, отлично. Так, вы к ящичку меня пустите?
Так, один сейчас мутирует, поэтому валим отсюда нафиг. Прощай. Так. У нас есть еще попытка. Это мы только одного слайма убили, это не серьезно. Вот почему, когда они мне нужны? Не понял. До свидания. До свидания. Почему, когда они мне нужны, их нет? А когда они мне нужны были, мне целые уровни с одними мобами давали. Ну, это ж ужас. Давай умном-ном. Давай еще умном-ном. И долби дальше. Так, аметист опять же ж таки. Аметист вообще можно кому-то подарить. Или продать. Кстати, надо продать, проверить, сколько он стоит. Тут ни черта. Тут... Ну же, ни черта, вообще шикарно. Слаймычи, выйди. Молодец. Так, эта хрень мне не интересна, эта хрень мне не интересна. Давай, умирай. Так, это аметист, наверное. Есть такое предположение, да, это аметист. Так, ребятки, прощайте, вы мне не интересны. Спасибо. Быть не может просто, ну, чтоб так не везло с этими слаймами, ну. Забирай. Понятно, опять ни черта. Это какое-то проклятие. Он же хоть не на время у нас? Блин, он еще и на время. Хорошо, на первом уровне будет слаймы. Ни хрена здесь не будет на первом уровне. Причем в самом прямом смысле вообще ни хрена. Так, давайте на 15-й. Хрень. Есть слаймы, отлично. Умирай. Иди сюда, мой маленький. Давай, умирай. Так, они вроде разные, но их засчитало. Отлично. Давай, топ-топ-топ. Так, тут что? Ни хрена. Так, эти мне не интересны. О-о, слаймы с аметистом. Вообще шикарочка. Минус. Так, один остался, да? Я правильно понимаю? Да, один. Давайте вынесем аметист. Так, один несчастный слаймик. Сейчас давайте сюда прорвемся. Может, он в этой стороне есть. Ну уже покажись. Нет его, отлично. Давай, топ-топ-топ-топ, понятно. Есть. Есть, иди ко мне. Ой, ты мой маленький. Все, претензий ко мне нет. А, теперь к Визарду надо прийти, а мы к нему, наверное, не успеем дойти. Все-таки идти к нему-то не близко. Давайте проверим тогда этих адвенчуреров наших. Это они мне что-то интересное дадут. А ну, парнишка, что я там выполнил? Что я выполнил? 130 пещерных ребят убить? Что это такое? Insect Head? Спасибо, конечно. Ну, а что это такое? А, это типа оружие? 10-20 и скорость. Ну, нехило, нехило. Пусть будет. Да, активненько. Ну, я постараюсь добежать тогда сейчас к Визарду. У меня есть предчувствие, что он не работает. А, нет, нет, отлично. Он работает всегда. Так, замечательно. 240 алды. Спасибо, Визард. Пока, Визард. Так, теперь нам дай бог дойти до дома. Потому что уже как бы потемнело, нехило так. Не дай бог мы опять не выспимся. Тогда будет вообще все очень плохо. Толком растения даже полить не можем, когда не выспимся. Так, этот магазинчик закрыт, кстати. Что удивительно. Что это булькнуло? Ладненько. Так, нам, в принципе, выкладывать лучше все, наверное, уже с утра. Или сейчас можем еще. Наверное, еще можем выложить. Так, это все растет. Замечательно. Так, давайте это сюда. Дубину, я вот не знаю, что с ним делать. Ее, наверное, лучше выкинуть. Так, давайте аметистов я 5 штук продам. Так, геодик оставили. Картофан, я не знаю, зачем я оставил, но пусть будет. Давайте этот кварц продадим. Ну и, в принципе, пока все. Пока что все.
Так, чтоб хоть какой-то баблишко да мы получали уже наконец-то, ну. А то сколько можно, как бомжи. Так, давай в люльку. Прыг-скок. Нехило. Очень даже нехило. Каждая метис 100 стоит. Прибыльная вещь. А сколько этот? По 31 выходит. Ну, кварц вообще бесполезная вещь. Получается. Но я думаю, что за один поход в пещеру мы... Какой же ты громкий. За один поход в пещеру мы можем вынести гораздо больше, чем за ту же рыбалку. Так, по погоде что? Yes! Завтра наконец-то будет... Ой. Завтра наконец-то будет дождь. О, ладно, в этот раз польем опять своими ручками. Своими несчастными, замученными ручками. Боже, с трудом мы это полили и даже нечто собрали. Собрали мы, собственно, корнеплодик. Корнеплодик. Я, наверное, его даже продавать не буду, потому что он там в одном из банлов нужен. Поэтому пусть пока будет. Пусть пока будет. Так, это выкидываем. Так, чё кому мы еще должны? Так, цветочек, увы, увы. А, давайте погнали тогда в пещеру, раз она такая довольно прибыльная в плане этих самых, боженьки, минералов, скажем так. Так, удочку надо бы выложить. Давайте выложим удочку. А, вот, и постараемся добраться до 40 уровня. Это было бы вообще круто добраться до него. Так, это все полили, а на следующий день мы уже пойдем к... Так, сейчас я немножко затупил. Сейчас проверим, есть ли у нас ресурсы для постройки, собственно, склада сена. Нет, нет у нас ресурсов, у нас вообще беда с глиной. Поэтому, да, остается нам только направляться в шахты. Шахты, 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 еще раз шахты. Так, погнали, 30 этаж. Быстренько добираемся до 35-го. Так, вот только беда, что ни хря... Ты что такое? Это что-то типа каменного голема. Непонятная хрень, в общем, так, ладно. Не обращаем внимания, нам главное найти проход. Так, ёпарасы. О, проход, пожалуйста. О, тут уже светло. Это плюс, однозначно. Это что такое? Крылья мыши, типа, летучие. Ну, окей. Ну да, вот это, конечно, темень, она неприятная. О, проход, вообще шикарненько. Так, медь собрали, вот эти каменные ребята. Ой, ой-ой-ой. Это что-то недоброе, походу. А, сейчас слетятся, наверное, летучие мыши. С каким странным звуком они, правда, летят. Но тем не менее. Так, надеюсь, их крылья где-то пригодятся. Еще? Или все? Слабаки, что ли? Так, есть крылышки. Иди сюда, иди сюда. Заодно голема побили, нормально. Надо помирать же. О, проход, кстати, отлично. Забираем крылышки. 34 уровень. Так, медь, ура. Хоть что-то полезное. Еще медь, ничего себе, заживем, походу. Мне интересно, когда мы найдем айрон, собственно. Мне даже такое чувство, мы его не найдем. Судя по тому, как мы бродим постоянно вокруг да около. Так, ладно, придется все подряд рубить, чтобы найти выход. Я так понял. Насобираем дополнительного камешка. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. Ну где же выход? Где же ты где? А, вот он, отлично. Это я зря столько лупасил, да? Окей. Так, там какая-то хрень. Тут медь. Так, кто-то летит ко мне. Так, ты умирай. Ну, где ты? Летун космический. Ладно, я устал вас ждать. Все, давайте, удачи вам. Так, давайте лучка, наверное, схаваем. Так, это мы 35-му. О, отлично, так мы может успеем добраться к 40-му. Давайте еще лучка схаваем. Ом-ном-ном-ном-ном, как вкусно. Так. Ни черта не видно. И с факелом в руках тоже ни черта не видно. Но у нас, в принципе, кольцо должно освещать.
Но как-то оно вяленько освещает, честно. А, ладно, опять ломаем все камни. В поисках проходика. Давай, давай, давай. Есть проходик. Так, медь. Ну, хоть факела какие-то расставлены, уже хорошо. Уже хорошо. Давай, лупи, ломай. У, коробочка. С аметистом. То есть плюс еще 100 бачей. Ой, 100 бачей, говорю, 100 золота. Это отлично, это отлично. Давай, топ-топ, купи-купи. Так, еще две меди. Я тут что-то видел. Что-то видел. Ага, это был противный этот. Противный кварц. Но он вообще, по-моему, не серебряный. Сколько? 30 должен стоить, по-моему, или 20 с чем-то. Такое, короче. Можно было даже за ним не спускаться. Столько времени тратить. Так. Уйди, уйди, каменный человечек. Уйди. Так, я, по-моему, где-то видел же выход, или нет? Или не видел? Нет, не видел. Ломаем камни, окей. Намек понятен. Вообще, надо было бомбочки, наверное, с собой взять, чтобы вот это не елозить туда-сюда. Тем более, энергии у нас не ахти. Ой-ой-ой-ой, как не вовремя. Все, я убегаю. Как я вовремя убежал зато. Так, 37-й. Еще 3 уровня подняться, и мы будем на 40-етике. Так, уйди, противный каменный человечек. Проход сразу, до свидания. Так, куча меди, ладно. Мы-то чуть-чуть тут задержимся совсем. Так, еще мы вот вагонетку найдем. А, вот и вагонетка. Уголек, это вообще всегда хорошо. Да, ягодки нас, конечно, нехило выручают. Не зря я все-таки потратил там полдня, чтобы в лес бегать. Все-таки не зря. Так, опять какая-то хрень летучая сейчас будет. Так, уже летит. Уйди, фу-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 фу. Еще одна, да что ты будешь делать, ну? Так, в этой стороне ничего нет, все, до свидания. Не хочу на вас даже тратить время. Так, тут у нас что? Так, вот проход, вот-вот-вот. Медь! У-у-у. Это мы на 39-м, отлично, мы все-таки доберемся до 40-го. Мы все-таки доберемся до 40-го. Так, ящичек пустует. Так, давайте перекусим. Ай, зря я последний раз ударил. Ладно. Зря, 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 ну. Так надо было, короче, это было по плану. Так, морковка еще есть. Все, придется копать. Копать выход. Но как ни крути, нам нужно добраться до 40-го. Я так это дело не брошу, вы что? Я столько полз, чтобы остановиться на 39-м. Хрен там. Да, не густо пока. Давайте морковку схаваем, чтобы она нам... Нет, не так. Вот так. Чтобы она нам не мулила. Так, минус морковка. Где выход, мать вашу? Давайте этого забьем. Так, он нам выход не открыл. Жаль. А я на него надеялся. О, еще один. Мальчишка, стой. Тоже не желает нам выход открыть. Ей, 40-й. Зимняя. Что у нас здесь? Рогатка. Серьезненько? Стреляет камнями. Ну, давайте. Ой, как с нее неудобно стрелять. Короче, тут инверсия. Я сейчас навожу вниз. Вот видите, я по предметам вожу. Ой-ой-ой, какая гадость. Да, ну не, я с таким мириться не хочу. Отдай мои камни. Не хочу тратить зря камни. Так, все, возвращаемся. Мы добились 40-го. Дальше мы обязательно еще сходим. Так, и валим тогда в дом, милый дом. Так, добежали, добежали мы до этого дома. Давайте еще один аметист продадим. Это сюда, кварц. Кварц, ну я даже не знаю, ну зачем он нам? Он бесполезен. Так, это мы продадим. Этот корнеплодик мы тоже продадим. Так, у нас тут ничего больше не повырастало, не? Жалько, жалько.
Так, аметисты, кварцы, узнаем, сколько будет стоить этот корнеплодик. Так, мы, в принципе, все сделали, что могли, да? Мы, по-моему, сделали все, что могли. Так, что там нам квесты? Добраться до дна шахты, очень интересно. Построить курятник. Ну, к курятнику мы все ближе и ближе, у нас уже 2800. Так что, давайте влюлим. 75, это он золотой. Золотой 75, представляете? Ужас какой. Да, нехило, нехило. По чуть-чуть у нас уже 3000. Так что прогресс есть. Прогресс налицо. Так, дождь должен быть, правильно? Сейчас дождь, сейчас дождь. Ура! Так, у нас повырастала клубничка, кстати. Кстати, кстати, клубничечка. Давайте серебряную продадим. И тут все продадим, оставим буквально пару штучек. Вот. Оставим пару штучек. Так, давайте закинем сюда клубничку. Она сейчас еще должна успеть, по-моему, два раза... Ой, тут еще что-то вырос. Картофан. Мы картофан, оказывается, сажали. Вот тебе на. Кто бы подумал. Ну, картофан мы весь на продажу тогда отдадим. У нас там есть в запасе картошечки. Поэтому, ребятки, сейчас мы с вами сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!